Мы сегодня приехали на фабрику Mattress. Философия, да, того, что вот как мул груженный, фабрика Mattress вот несет в мир дизайн, красоту и так далее. И все, так сказать, люди, которые здесь бывают, вот, именитые дизайнеры, архитекторы, оставляют свои вот какие-то зарисовки. А мы тоже тут все именитые. Стена, на которой расписываются дизайнеры, которые участвуют в изготовлении аксессуаров и мебели. Марина. Ой, прикольная качалка. Все дизайнеры, архитекторы качают. Разошелся, карусели нашел. Ну давай, не бойся, давай назад, давай назад. Очень удобная, очень тактильная. Ну, попробуй сама. Ты на него села, ты повернулась. Ты можешь его использовать как для барной стойки, да, ты можешь использовать его и для стола, чтобы что-то поработать, понимаешь? Все это красивое, разноцветное. Пожалуйста, Дарья, как вам фабрика? К сожалению, сегодня Дарья не фотогигиенична. Она всю ночь изучала отель. Ревизора заходит в номер принцессы. Все закоулки, да. Подзакоулки. У нас была активные беседы по поводу нашего творчества, по поводу работы и вообще, в принципе, коммуникации с заказчиками. И как, вы какой-то вывод сделали? Нет. Вы пришли к выводу, к общему? Нет, я сделал вывод такой, что у всех свой подход. И у всех он, это не значит, что он плохой? Конечно, у всех свой. Ну, у каждого же заказчики свои, разные люди. Ты как психолог, правильно получается? Конечно, потому что, естественно, ты мы всегда... Ты должен понять его, вот, ну, как бы, как сказать, все. Баста. Интервью закончено. Все правильно. И дизайнер – это психолог. Да. Часто заказчики этого не понимают и пытаются нам свое навязывать мнение. И чем лучше мы изучим прототип, да, правильно так сказать, наверное, человека. Человека, да. Да. Тем быстрее мы придем к общему решению. Смотрите, сколько вы узнали секретов на канале Таня про дизайн. Только, пожалуйста, не публикуйте это монтажом. К сожалению, это будет онлайн. Это шоурум фабрики Mattress, очень известная фабрика, делает вот такие всякие офисные стулья, барные стулья, необычные, интересные, прям целое произведение искусства. Для вас, дорогие зрители, сегодня Багрынцева Татьяна оседлает пони. Посидели везде, все потрогали. Поэтому качеству можно верить.